Всем привет, это канал «Жизнь в Хорватии». Сегодня мы вам расскажем о том, как же можно самостоятельно найти работу в Хорватии. Значит, для начала мы набираем в поиске «Tražim posao» в хорватской и начинаем просматривать сайты, которые нас интересуют. Сегодня мы с вами рассмотрим сайт «Posao.hr». Там вы сможете найти самостоятельно вакансии, которые вам нужны. Заходим на сайт. Все очень просто. Видим фильтры, видим уже некоторые объявления. Прокручиваем вниз. Можем просмотреть сразу. Те, которые нас интересуют, воспользуйтесь переводчиком на телефоне. Либо можете забить все. Переводчик на компьютере. В принципе, все понятно. Значит, поднимаемся вверх. Мы идем к фильтрам. Мы ищем специальность, которая интересует именно нас. Видим разные варианты. В поиске смотрим, ищем то, что нас интересует, то, что может заинтересовать. Ну вот, допустим, мы выбираем административную работу. Также мы можем выбрать район, в котором мы хотим искать работу. Тут представлены очень много городов. Мы выберем Дубровачки. Нажимаем «Tražim». «Tražite» — это значит «искать». Так, нам выпало несколько вариантов. Знакомый нам «Konzum». Еще несколько фирм, на которые требуются специалисты с административным знанием, пониманием. Ну, давайте посмотрим на вакансию в «Konzum»е «Благайник», что значит «кассир». Пол указан мужской и женский. Указано, что объявление истечет через 22 дня. Значит, заказчик у нас работодатель «Konzum». Категория «Административный работник». Есть фотографии магазина. Значит, описание рабочего места, сортировка и укладка товара внутри оптового центра, погрузка, разгрузка. Что еще? Выстраивание счетов за проданный товар. Дальше. Чего мы ожидаем от вас? 6 месяцев опыта работы на той же или аналогичной должности. Что еще? Преимущества. Экзамен на вождение требуется. И что предлагают? Это приятная рабочая атмосфера в дружеской обстановке, возможность постоянного трудоустройства. Если интересует объявление, нажимаете сюда. Ну и в общем все. Отправляете заявочку, если она вас интересует. Также есть поделиться с друзьями информацией. Либо распечатать объявление. Так, идем дальше. Пробуем смотреть еще какие-то варианты. Вот здесь указано, что работа есть также в разных городах, не только в Дубровнике, а Сплит, Задар, Загреб и так далее. То есть локация может быть еще в нескольких городах. Давайте зайдем на новую должность. Значит, тут нужен помощник сотрудника по аренде автомобиля. Можно мужчина, можно женщина. Место работы Сплит, Дубровник, Загреб. Работа в агентстве, прокат автомобилей, договоры. Условия – это водительское удостоверение категории B, владение английским языком и владение компьютером. Подать заявку на участие. Быстрое отправление. Нажимаем оранжевую кнопку «Подать заявку». И также вы можете распечатать это объявление, либо поделиться в мессенджерах. Также можете рассмотреть другие вакансии. Это оператор игровых автоматов, почтальон для экспресс-доставки, ресепшн. Ну, что там еще? Встречный сотрудник. В общем, выбор есть. Можем перейти на вторую страницу, еще пересмотреть несколько объявлений.
локации тоже указывается, что может быть и в одном городе, либо филиал может быть еще в разных городах. Так что, в принципе, выбор есть. Давайте сейчас попробуем поискать немножко другую должность. Допустим, категории информационные технологии и телекоммуникации. Выберем немножко другой район. Сейчас мы добавим Сплитско-Далматинский и Тражиты искать. Значит, видим уже несколько вариантов. Ну и зайдем на вакансию «Специалист службы поддержки клиентов». Здесь мы видим график работы, можно удаленная работа, можно в офис, описание объявления, какие обязанности должен иметь сотрудник, какую квалификацию, диплом бакалавра или специалиста. В общем, все это читаем, ознакомливаемся, нажимаем вот эту оранжевую кнопочку «Принять заявку» и все. Так, теперь мы разберем немножко другой сайт по поиску работы, который называется мойпосова.нет. Это сайт, на котором вы также можете найти работу в любом районе. Вот мы открываем, сразу видим, у нас написаны регионы, в которых мы можем найти работу. Это Загреб, Дубровачка, Шибеницка. Ну, то есть сейчас опять... Допустим, возьмем Сплитско-Далматинскую жупанию. И видим уже несколько вариантов. Опять-таки требуются работники в Консум, Ромакс, Эра, Адмирал, Бипа. Очень популярная сеть магазинов в Хорватии. Посмотрим, кто же требуется. Сезонный продавец, кассир. Указано, что магазины находятся не только в Сплитско-Далматинской жупании, а и в очень многих городах. То есть работать можно где угодно. Вот нам описание. Реклама о себе, что нас отличает, почему мы такие классные. Значит, работа рядом с местом жительства предлагают, постоянное трудоустройство, сезонные бонусы. Что еще нужно? Что нужно делать? Консультировать покупателей и помогать им в процессе покупки. Что мы ждем от вас? Вежливость, дружелюбие по отношению к заказчику, а также коллегам. Очень подробное описание. Опять-таки оранжевая кнопка. Согласиться, отправить заявку, либо поделиться с приятелем. Также внизу вы можете найти информацию по зарплате. Давайте попробуем пройтись по фильтрам. Выберем что-то новенькое. Допустим, тему фармацевтики. Значит, что у нас здесь? Фирма «Фармация», «Пабло». Ну, давайте на вот это вот зайдем, посмотрим, кто требуется. Фармацевт, техник. Также есть филиалы в Задаре, Пуле, Дубровнике, Реке. Указано много адресов. Указано, что нужен магистр фармации. Мужчина или женщина. Так, основные обязанности – выдача безрецептурных препаратов и другой продукции. Указано еще преимущество для сотрудников. Кнопка «Подать заявку». Также есть категория рекомендуемое образование, какое требуется, и средняя зарплата. Также есть категория «Узнайте свою зарплату» и нажать кнопку «Применить». Вот таким образом вы можете узнать обо всем, что касается вашей работы. На этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, если хотите узнать больше информации. Пока!